Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир детской лиги «Локо-дзюдо» – Кубок Московской области. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки из 25 регионов. Яркие зрелищные схватки российских спортсменов в нашем следующем сюжете. Спортсменов со всех уголков России Люберецкий «Триумф» принимал два дня. Он стал местом притяжения более 700 дзюдоистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владикавказа и многих других субъектов страны. В первый день соревнований на татами вышли девушки и юноши 2010 и 2011 годов рождения. Ребята довольно-таки хорошего уровня. Вот недавно началась борьба, но уже с первых схваток ребята показывают хорошую борьбу. Я думаю, ближе уже к финалу, как и ребята, как и девчонки, уже, ну, там будет уже довольно-таки все серьезно. Организатор соревнований – Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Детская лига Локо-дзюдо». Кубок Московской области проходит под ее эгидой уже в четвертый раз. И спортсмены, которые успешно выступят, пройдут отбор для дальнейших состязаний. Мы приехали сюда, чтобы победить, выиграть, самое главное, и посмотреть, как другие борются, и показать себя, как мы на самом деле боремся. Три схватки я выиграла, и я надеюсь, что в финале я тоже одержу победу. Пока месь отборолся три схватки, пока месь все выиграл, сейчас будет четвертьфинал. Дзюдо научил меня быть спокойным, сильным, идти до конца. Кубок Московской области стал 9-м рейтинговым турниром сезона. По итогам всех соревнований, которые прошли в этом году, 8 сильнейших спортсменов примут участие в суперфинале. Он пройдет 17 декабря в Москве. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.